Зима – не самая благоприятная пора года для питьевых колодцев. Поскольку морозы зимой в нашей климатической зоне бывают ниже 20 градусов, а в этом году морозы опускаются ниже 30 и держатся продолжительное время, нужно быть готовым к тому, что колодец может покрыться толстым слоем льда. Чтобы этого не произошло, периодически происходит чистка колодцев от наледи. Сегодня силами МП УК «Жилкомсервис» выполняются работы по расчистке колодцев. То есть данная необходимость возникла ввиду того, что нынешняя зима выдалась суровой и морозной. Воду люди берут часто, и поэтому колодцы сильно замерзли. Без привлечения крупной техники, таких как экскаватор, работы невозможно было выполнить, то есть дождаться весеннего периода. На данный момент работа выполняется по улице Ленина. Также у нас в планах расчистка колодцев по улице Пролетариата, по улице Боровой и улица Свердлова. То есть сегодня 4 колодца будут очищены. Также вручную ребята с организации очистят колодец внутри колодца, наледь. Ну и таким образом, надеемся, что до весны колодцы будут в расчищенном состоянии находиться.